Всем-всем привет! Сегодня у меня появилось настроение снимать влог, потому что захотелось с вами поболтать, рассказать что-то, показать вам. И вот хочу начать этот влог с вот такого прелестного мишки, который мне вчера подарил мой молодой человек. У нас была совместная дата, и он вместо цветов мне подарил мягкую игрушку. Я очень люблю мягкие игрушки, но, честно, давно уже в подарок не получала мягкие игрушки. Вчера радовалась просто как ребенок. Он настолько приятный. Вообще у меня очень много цветов еще с моего дня рождения, поэтому он мне сделал такой сюрприз и подарил мягкую игрушку вместо цветов. Получается очень классный, очень мягенький, и я решила, что он будет сейчас на моем столике туалетном жить. Вот так вот. Поэтому в ближайших видео вы будете здесь его видеть. Так, давайте я вам покажу, что у меня сегодня на завтрак. Я буду пить чай с лимоном. Это цейлонский чай Ристон. Да. Это печенье. Вот эти мои самые любимые наши местные Нефис. И также йогурт Activia с мюсли. Мне нравятся вот именно с мюсли обычные. И нравится мюсли персик из Activia. С клубникой не очень как-то люблю. Еще лесные ягоды, в принципе. Ну, вот так по настроению я их выбираю. Девчонки, я вам как-то в одном из видео обещала рассказать про вот эти два лака. Вот этот мне подарили, поэтому я не знаю, где его можно купить, заказать, найти и так далее. Но лак шикарный. Во-первых, вот мой маникюр сегодня держится уже 5-й день. И как видите, вот обычно у меня на 4-й день начинает скалываться вот отсюда уже лак. Ничего подобного я с этими лаками ни с одним, ни с другим не заметила. Вот сейчас вы можете видеть, насколько он красивый. Вот такой лак от Фаби наносится в один слой. Стойкость я могу сравнить с лаками, одни из моих самых любимых, это Винилюкс, именно по стойкости. Но в отличие от Винилюкс, вот этот лак наносится в один слой шикарно, поэтому если вы не пробовали, либо если вы пробовали, напишите, пожалуйста, мне в комментариях. Очень классные лаки, прям вот я в восторге. Хочу вам показать также сегодня то, что я получила новиночки из одежды, сайта Choice, сайта SheInside, а также свой заказ Faberlic, потому что кроме влогов я все никак не сяду за это видео, у меня очень много тем. Кстати, я только что вернулась с улицы, и буквально вчера я жаловалась на погоду, но сегодня у нас прям такая уже весенняя погода, очень классная. Вот прям солнышко светит, птички поют, и мне такая погода очень нравится. Солнышко так выглядывает из-за туч, но на самом деле уже тепло. Надеюсь, что такая погода сохранится в ближайшие дни. Так, давайте посмотрим мой заказ Faberlic. Во-первых, я заказала себе снова колготы Faberlic. Вот колготы Faberlic и уход за домом, действительно то, что мне очень нравится. Могу вот от души вам посоветовать, если надо что-то из этого. Взяла я на этот раз 20 ден колготы. По-моему, двоечку я беру, S это или XS, не помню. И 60 ден, вообще написано, что при моем росте надо тройку брать, но так как я худенькая, мне двойка вполне, они как бы вверх растягиваются. И, кстати, очень жалею, что не успела все-таки взять 120 ден и 200 ден черные, хотя бы еще по одной паре, потому что они просто вот классные. Так, переходим к самому заказу. Вот так выглядит новый каталог. По нему я и заказывала, делала этот заказ. Как всегда, мои must-have — это влажные салфетки универсальные. Мой любимый порошок. Обожаю запах йогурта, который присутствует в этом порошке. Все хорошо отстирывает. Иногда беру для цветного белья, иногда вот такой универсальный. И один и другой очень нравится. И достаточно экономично расходуется. Следующее, давайте вот покажу то, что заказала маме. Гардерика, совершенная пенка для умывания. Наслышана, очень много положительных отзывов об этой серии, поэтому взяла. И вот в дополнение тоник, но уже из серии Реноваж. Вот такой, посмотрим, потом я вам обязательно расскажу. Вот такое, оно дорогое, вот это средство Сингара, но оно настолько универсальное, и везде его можно использовать. И даже вот, не знаю, правда или нет, но мне кажется, прям воздух очищается, на самом деле как-то легче дышать, особенно сейчас при отоплении более увлажненный воздух становится. Самое дорогое вот это без запаха, я даже на лицо его брызгаю, потому что здесь очень хороший состав, можно и для глазок его использовать. Офигенное средство, нравится, советую. Но здесь прям практически такой заказ, все мои must-have, которые я уже пробовала, кроме вот этого. One Touch Remover. Использую именно для вот таких лаков. На раз-два убирает. Для обычных использую ватки.
И мне, кстати, сегодня посоветовали тоже такое средство, не двухфазное, сказали, что очень хорошее, надо попробовать. Далее, средство для чистки ванной комнаты. Единственный минус, мне не нравится, что оно жидкое. Мне больше нравятся вот такие средства в порошках, но оно отлично отмывает и раковину, и душевую кабину, в общем, все. Хорошее средство. Далее заказала жидкое мыло. Я не особо люблю жидкое именно мыло. Я больше люблю вот такое. Так, заказала я 3 штучки. Пролине, мампасье и малинка. Это новиночки данного каталога, поэтому заказала себе. Я очень люблю именно такое мыло. И вот мне дали 10 бонус-карточек. Ага. И еще одно, как я сказала, вот все буквально заказала, что у меня уже было. Это 3D-туши. Все-таки не решилась я во второй взять BB, хотя мне тоже сегодня прям так расхваливали эту тушь. Я видела, что хороший ограничитель, мне прям показали ее, но мне попался с плохим ограничителем, поэтому не рискнула, взяла вот эту вот. Только у меня закончилась моя предыдущая, снова буду теперь пользоваться вот этой. На каждый день отличный вариант, недорогая тушь. В общем, классно. Вот такой был мой заказ. И теперь покажу вам с сайта Choice. Заказала я себе уже вторую пару сникерсов. Они классные, они мне так нравятся. Вот я беленькие. Думала взять молочные, но побоялась, чтобы молочный цвет в таких сникерсах не смотрелся как-то очень, ну, как будто белый, но уже поношенный. В общем, что-то типа такое. Белый, красивый цвет. Вот абсолютно он белый, абсолютно точно такая же модель. Взяла я размер, по-моему, 37 у меня, либо 38, не помню. Классные, ну, все то же самое, что я вам показывала, и черные. И также я с сайта Choice выбрала еще классный такой шарфик. И скажу вам честно, что я думала, он будет какой-то неприятно синтетический. Не знаю, как он по составу, не помню уже, но он очень приятный, очень мягенький, прям такой, как мягкая игрушка, очень классный. И, кстати, волосы от него не магнитятся, я уже проверила. Понравился тоже, и жду теперь вторую часть своего заказа. Я обула сникерсы, и, честно сказать, они мне очень нравятся. Прям я в зеркало смотрю, сейчас они так стильно выглядят с белой маечкой. Летом, весной будет вообще шикарно смотреться, прям довольна. И, кстати, в тех черных я уже ходила, они замечательные, вообще нигде не давят, ничего не трет, у них нет никакого запаха, можете не переживать за это. В общем, вот такие классные сникерсы, кто любит такую обувь. Ну а теперь вам покажу свой супер удачный заказ с сайта SHEINSIDE. Из первых вещей я начну тот комплект, который вызвал просто море вопросов, что это, откуда и так далее. Это с сайта SHEINSIDE. Это был второй комплект, который я надевала на свой день рождения и всем гостям, в общем, всем-всем и вам по фотографиям очень понравилось. И на самом деле, когда я увидела вот эти две вещи, я сразу же их заказала, потому что видела вот именно их так. Первое – это юбка. Юбка очень красивая, очень классная. При искусственном освещении она настолько шикарно смотрелась, все это переливалось, все это вот в пайеточках, здесь есть подъюбник. Замечательная просто вещь, мне она безумно понравилась, но если вы одеваете ее просто с какой-то майкой, которая вот не доходит до сюда, например, то будет просвечиваться. Но когда я увидела вот это вот платье, да, это платье, и оно как раз хорошо вот здесь все закрывает. Оно короткое, если бы в клуб, я бы без проблем это платье надела, потому что фигура мне позволяет носить такие вещи. И вместе с вот этой юбкой, ну просто шикарный комплект получается, мне очень-очень понравилось, и обязательно еще на какой-то праздник надену. Может и по отдельности, с более простой, например, маечкой, с какой-то бежевой вижу, но действительно вещи классные. Следующее платье, я его не погладила, извиняюсь, и я его уже немножечко где-то выпачкала, надо будет постирать его, но оно не совсем в моем стиле. В принципе, оно выполнено хорошо, 3/4 рукав, как я люблю, и цвета такие неплохие подобраны, но вряд ли я его буду носить, я думаю, что я его кому-то подарю. Как бы платье хорошее, оно немного не в моем стиле, скажем. Следующее, что я заказала на этом сайте, был вот такой шарф, который мы надеваем, просто вот он здесь зашит.
красивый, хороший, мне электризуются волосы. Вот эта вещь мне очень сильно понравилась. Во-первых, по материалу, потому что она хлопковая, такая натуральная, очень приятная к телу. Во-вторых, расцветка белая вот здесь, а вот здесь такое серенькое. Очень красивая расцветка, классно смотрится с джинсиками, можно с юбочкой какой-то в более классическом стиле. Можно сюда подобрать и колье, тоже будет замечательно смотреться. Заказала я еще себе вот такое платье. Сейчас очень модный вот этот вот низ, такие платья, юбки есть. Ну вот оно хорошо село на мою фигуру, но немного не мое, немного не мой фасон. И эта вещь может быть хоть 100 раз модной, любая, в смысле, не это конкретно. Вот если мода есть на какие-то вещи, но если я в них себя некомфортно как-то ощущаю, то я их носить не буду, хоть насколько бы они там модными не были. Вот, так же самое с этим платьем, то есть, в принципе, оно такое неплохое, красивенькое, по фигуре классно смотрится, но не мое просто-напросто. Выполнено, кстати, хорошо, вот все швы, замочек, ткань приятная, плотная, в принципе, такая, как я себе и представляла для этого платья. И последнее, что я заказала из вещей, я, как обычно, нахожусь в поиске красной рубашки. Вот это из всех, что я заказывала, мне понравилось больше всего, поэтому остальные я все раздарю, потому что в ней я вот себя уютнее всех остальных чувствую. Здесь классная такая ткань, она не очень плотная, но и не тонкая. Вот как для такой рубашки. Дальше есть кружевной такой элемент. Это очень интересно смотрится на данной рубашке. Как бы не грубо, а наоборот, вот придает нежность, несмотря на такие агрессивные немного цвета, как черный, красный. Рукав хорошо мне подошел. Единственное, жаль, что он не собирается в 3/4, но может с этим можно, в принципе, и что-то придумать, как-то завернуть его. Но мне нравится, когда оно вот так вот цепляется на 3/4. И рубашка мне понравилась, вот эта. Ну и скажу вам напоследок то, что вот сейчас я заказываю исключительно только на Choice, SheinSide из таких вот сайтов. И заказываю, если какие-то мелочи, органайзеры, то это могут быть абсолютно любые сайты, я даже не заморачиваюсь, то есть какой есть, там на том я и заказала, они абсолютно все одинаковые, да, там какие-то копейки, центы, разница цена, но в принципе это не так важно. И также еще сайт мне нравится очень, Asos, и еще один, я забыла как он называется, напишу тоже, какой-то он либо американский, либо европейский какой-то сайт, но тоже классный. Вот, поэтому такие у меня были вот обновочки с сайта Choice. На самом деле в этот раз я осталась просто вот всем довольна, все хорошее. В следующем моем заказе будет уже много купальников. Не знаю, зачем я их столько заказала, просто они мне понравились, ну я их и заказала. Вот и все. Мы увидимся в новых видео. У меня получился сегодня достаточно такой домашний влог. Мне просто хотелось это все показать. Не хотелось снимать отдельно видео про покупки, отдельно про Faberlic. Поэтому я во влог все это решила объединить. Спасибо большое за просмотр. Мы с вами увидимся в новых видео. Пока-пока.